Всем привет! Меня зовут Елена Коваленко. Я эксперт в области продвижения бизнеса MLM онлайн. И сегодня я хочу рассказать вам такую интересную тему, как рекламировать и продвигать себя ВКонтакте, как искать потенциальных клиентов. То, что я вам сейчас расскажу, этого нет в открытом доступе. Это взорвет интернет. Поэтому смотрите это видео до конца и используйте мои технологии. Первый пункт – это использование своей личной страницы. У вас должна быть хорошо оформлена страничка. Конечно же, вы должны написать о себе, какую пользу вы можете принести человеку. Но в описании о себе не нужно писать очень много символов. Человек должен зайти и понять, чем вы можете быть полезны. Очень хорошо работает сторителлинг. Расскажите, пожалуйста, свою историю, как вы добились успеха, почему вы пришли в этот бизнес, и закрепите его основным постом на вашей страничке. Также давайте людям полезную, обязательно полезную информацию. Конкретно о вашей целевой аудитории. Не забудьте, что это самое первое – найти вашу целевую аудиторию, выделить ее, этого человека, этого аватара, которого вы хотите привлечь к себе. Обязательно на своей страничке сделайте что-то интересное, что-то типа сериала, блог жизни о себе. Рассказывайте о бизнесе, о личной жизни. Люди очень любят наблюдать, и они хотят почувствовать, что вы такой же, как они. И интересы у вас должны быть, конечно же, общие. И сделайте обязательно на своей страничке выгодное предложение, потому что человек должен понимать, почему он вообще остановился на вашей странице, почему вы привлекли его внимание и что он вообще-то должен стать вашим партнером. Подумайте, в каких сообществах могут находиться ваши потенциальные партнеры, ваша целевая аудитория или ваш аватар. И общайтесь, комментируйте, лайкайте, разговаривайте с людьми, находите общие темы, интересы. Они будут интересоваться вами, заходить на вашу страничку, и если у вас будет классный контент, то, конечно же, есть шанс, и очень большой шанс, что они станут впоследствии вашими партнерами. Просто заинтересуйте человека. Второе. Есть такая техника, которая называется партизанский маркетинг. Что это такое? Вы заходите в сообщество, где люди, опять же, ваша целевая аудитория, размещают объявления о работе. А потом заходите к нему на страничку, начинаете комментировать его фотографии, комментировать его посты и так далее. Да? Но комментарии должны быть сочными, интересными и ни в коем случае не предлагайте свой бизнес. И вот люди, которые с этих объявлений приходят на страничку этого человека, могут почитать ваши комментарии, и если вы как эксперт заинтересуете, если именно мысли ваши будут достаточно мудрыми, то человек может перейти потом на вашу страничку и уже на ваш оформленный контент, на ваше предложение о работе, они могут среагировать и сами написать вам. Третий момент. Обязательно тусуйтесь в тематических крупных сообществах, в сообществах по общим интересам. И там оставляйте в день по 10-15 комментов, но с ценной такой информацией, не с рекламой о бизнесе, а с ценной информацией, которая даст очень хорошую полезность вашей целевой аудитории. То же самое, человек интересуется, кто же такой у нас умный, переходит на вашу страничку, видит ваше объявление о бизнесе, о партнерстве и сам вам пишет. Это очень хорошо работает. Следующий очень хороший рекламный ход – делайте розыгрыши. И в этих розыгрышах будет участвовать большое количество людей. Обязательно ставьте условия репосты, чтобы вступали в вашу группу. Предлагайте какой-то очень ценный приз в конце. Приз должен быть обязательно ценный и интересный конкретно вашей целевой аудитории. Это очень хорошая реклама, но будьте аккуратны, смотрите, читайте условия размещения таких розыгрышей ВКонтакте, чтобы вас ни в коем случае не забанили. Очень хорошая методика называется бартер. Вы находите крупные сообщества, группы и предлагаете написать им статью на какую-то нужную тематику, нужную для их целевой аудитории. Ссылка, естественно, на вашу страничку. То есть они получают ценную статью, а вы получаете клиентов-подписчиков. Например, ну, будем говорить простым языком, ваша целевая аудитория – это мамочки с годовалыми детьми. Вы заходите в сообщество мамочек и пишете какую-то очень
очень полезную для мамочек статью. Они заходят, читают эту статью, заинтересовываются, кто же такой умный этот человек, и опять же приходят к вам на страничку, где вы можете предложить мамочкам уже не выходить из декрета, а построить собственный бизнес. Сейчас очень популярный метод рекламы – это сторис. Сторис есть практически во всех популярных соцсетях, ну вот ВКонтакте в частности, поэтому пользуйтесь этим обязательно. Люди очень любят смотреть сторис, и как раз в этих коротеньких, маленьких фильмах или фотографиях вы можете показать и сделать рекламу. Человек зайдет на вашу страницу, заинтересуется каким-то коротким текстом или вашим видео, и дальше уже будет смотреть информацию на вашей страничке. Это работает очень круто. Итак, если вы будете пользоваться этими простыми шагами каждый день, имея всего одну страничку ВКонтакте и одну группу ВКонтакте, то поверьте, люди к вам будут идти толпами. Эта информация, ее просто нет в открытом доступе, поэтому я уверена, она взорвет интернет. Ну что же, с вами была Елена Коваленко. Ставьте обязательно лайки под этим видео, пишите комментарии, задавайте вопросы. Ну и до встречи, пока-пока!